Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Юлиана. Новолуние 23 апреля 2020 года. Новолуние – это особенный день, идеально подходящий для начала новой жизни. Апрельское небо открывает нам разнообразные небесные комбинации. Это и звездопад Лириды, и новолуние, и движение планет, и все это предвещает серьезные события в жизни каждого человека. Новолуние в апреле состоится 23 числа в знаке Тельца в 5:27 по московскому времени. Знак Тельца, в котором пройдет новолуние, символично связан с той программой жизни, которая будет значима в новом месяце. От Тельца мы обретем поддержку в вопросах здоровья, красоты, творчества, благополучия и богатства. В этот момент следует скорректировать свои планы и создать новые, провести ревизию желаний и поставить новые цели. Самое главное – не позволить слабостям сбить вас с курса, так как энергетика Тельца может склонить вас к этому. В этом лунном месяце остро будут вставать вопросы денег, обостряться материальные потребности. Телец активизирует тенденцию к стабильности и постоянству. Данное новолуние раскрывает перед нами множество возможностей. В этот мощный день можно усилить энергетику, обновить свой внутренний мир и практически переродиться для новой, более радостной и наполненной событиями жизни. Как данное новолуние отразится на каждый знак зодиака? Овен. Овнам данное новолуние принесет существенные перемены в их профессиональной деятельности. Это может быть изменение, связанное с их кругом обязанностей, должностью, окладом. Для тельцов. Тельцам в этот день новолуния лучше всего заняться решением тех дел, что они постоянно откладывали на потом. Если вы собирались наладить отношения с кем-то из близких, то самое время этим сейчас заниматься. Близнецы. Близнецам новолуние приготовит сюрприз, который станет для них приятным. Раки. Для людей, рожденных под знаком Рака, данное новолуние окажется благоприятным. Вы, наконец, уходите от сложного периода и начинаете осуществлять задуманные дела. Для львов обновленная луна ознаменует открытие новых путей к достижению успеха и счастья в будущем. Это означает, что у львов есть прекрасный шанс построить будущее. Дева. В день грядущего новолуния у многих дев исполнятся заветные желания. Конечно, те девы, что мечтают разбогатеть и кардинально сменить жизнь, за один день осуществить такую мечту не смогут, но получат возможность сделать большой шаг в эту сторону. Весы. Весов новолуние прежде всего коснется личной жизни. Весов и может поспособствовать некоторым изменениям в отношениях. Скорпионы. Для скорпионов данное новолуние станет вполне успешным и благоприятным. Они будут хорошо себя чувствовать, поэтому смогут направить энергию на осуществление задуманных ранее планов. Стрелец. Для стрельцов приход сразу нескольких хороших новостей, которые коснутся и профессиональной деятельности, и личной жизни. Козерогам в день новолуния рекомендуется заняться составлением планов на будущее, так как будут прекрасные шансы его изменить. А водолеям обновленная луна подарит возможность обойти своих соперников и врагов сразу по нескольким важным показателям. Некоторые водолеи смогут ощутить очень сильные изменения в профессиональной деятельности. Рыба. А для рыб данное новолуние заставит пересмотреть свое отношение к некоторым вещам в своей жизни. У вас, наконец, откроются глаза на многие вещи, и вы сможете увидеть именно тот путь, по которому вам идти дальше.